Срочные новости прямо сегодня. Зайдите в ангар 7 января и найдите там секретные подарки от разработчиков абсолютно каждому. Это не розыгрыш, это не какие-то там, не какая-то ерунда. Это реально крутая халява для всех в ангаре. Но найти ее смогут не все. А как именно и где в ангаре найти, каждый сможет найти, если посмотрит ролик и узнает, как это сделать. Поэтому внимательно смотрите видос дальше. Сейчас все покажу, расскажу. Прям вот будете экспертами. Найдете у себя в ангаре эту халяву. Она к Рождеству, можно сказать, у нас появилась, к 7 января. И, собственно, это будет круто. И, кроме того, внимательно сейчас посмотрите на экран. Ничего необычного не замечаете в том, что вы видите? Вот внимательно еще раз посмотрите на экран. Нету ничего необычного. Пока действительно еще не произошло. Но спустя буквально минуту-две в этом сражении произойдет одна вещь, которая до сих пор меня держит в каком-то ступоре. И я до сих пор не могу думать ни о чем другом, кроме как об этом сражении. Все дело в том, что если вы внимательно проследите за тем, как будут развиваться события сейчас на миникарте, в особенности посмотрите на нашу базу и на Т-110Е5, защитника Т-95, Як-Тигра, вот этих четырех парней, то вы заметите очень странные особенности. Внимательно сейчас следите и не пропускайте ни одной секунды, и тогда поймете, что именно странного здесь происходит. Произойдет. Но если даже не поймете, а это будет сложно сделать, я сам вам все скажу. Да, обязательно каждый спустя пару минут сейчас поймет, что странного происходит в этом бою. Действительно, внимательно смотрим на экран. Впереди у нас несколько СТ-шек, еще и Т-32, мы теряем сейчас центр карты и видим, что если наш герой будет оставаться здесь на фланге, то секунду на секунду вражеский ИС-7 без вопросов переиграет Т-32 с еще одним тяжем 9 уровня объект 257 без нашей поддержки. А если мы поедем чуть дальше, посмотрите, какая толпа вражеских пацанов осталась на этом фланге. Просто посмотрите сейчас на квадраты Б6, А7, А8, Б9. Это просто какая-то арава. И если вся эта арава сейчас ломанется по флангу, понятно, что от нас просто щепки полетят, учитывая, что наша команда еще и по счету сейчас проигрывает. Вообще непонятно, почему тогда не давит другой фланг. Ведь если у нас арава врагов на одном из флангов, то на другом там один объект 430. А там у нас защитник. Но смотрите, что начинает происходить. Союзный Як-Тигр делает минус ствол. И не какой-то ствол, а союзный ствол. Як-Тигр голубеет и, скорее всего, отправляется в бан. И, собственно, мы теряем благодаря Як-Тигру двух танков. И Як-Тигра сейчас добивает 704-й, счет уже 2-5. И этот бой, конечно, просто очень удивляет и начинает удивлять уже сейчас. Пошел тот самый раж врагов по флангу, о котором я говорил. На левом фланге наши союзники поубивали друг друга, там уже ничего не сделать. Голубого Як-Тигра тоже зарезали. И смотрите, что за приколы будут происходить дальше, ведь чтобы понять полноценно всю странность этого сражения, она действительно на высоте. Через несколько минут вот только то, что было в начале, это просто такое небольшое вступленнице, а через несколько минут будут более крутые события в этом бою. Ну что ж, впереди у нас Лора 40Т, пытаемся как-то на нее свестись. Там объект 257 и Т-32 очень грамотно поступают, что удирают ноги, потому что видно, что противники видят счет 2-6, они видят, что наша команда там друг друга убивает, видят, что на фланге их куча, и, собственно, начинают делать то, о чем я говорил, начинают жестко давить. Но, тем не менее, мы добираем Лору, хоть и ценой небольшого
подсвета и дамага от Т-44, но делаем минус фраг, минус ствол у врагов, и это от этого, в принципе, я думаю, польза дальше будет. Ну что ж, сводимся на Т-44, она очень удачно становится для нас на гуслю, но тем не менее был шанс дать пару выстрелов, может быть даже добрать, но снаряды не послушались нас и полетели фиг знает куда. Тем временем счет удвоенный у врагов, у нас 4, у них 8, только что было 3-6, но это удвоение что-то мне не нравится, 4-8 еще хуже, чем 3-6, мы проигрываем уже 4 танка, но тем временем счет не слушается. Меня становится еще хуже. Уже 4-9. И мы видим, что Т-32 и объектушка наш союзный 257 все-таки уже не сдержали фланг. Их продавили, их прорвали. И вся эта огромная толпа сейчас мчится в догонку за нашей ТВПшечкой. И смотрите, что будет дальше. Что будет происходить, когда вся эта куча стволов выйдет к нам на базу. Ну, наши союзники пока зажались на краях карты, ждут какого-то подсвета. Наш герой понимает, что если он этот подсвет не даст, то кто его тогда сделает? Надеется, что там конвей сзади даст дамаг, лора 40Т, может 95 и защитник отстреляются. Но пока что-то ничего подобного не происходит. Как бы мы ни старались, как бы мы ни светили, все равно, мужики, вся эта толпа вражеская как-то продвигается на базу и особо дамага, в принципе, и не получает. Счет по-прежнему 4-9. Хотя вон Т-95 там урон 108 дала, она что, фугасами там кидает. Да, эти союзники, конечно, имеют оценку тупости 10 из 10, по-моему. И друг друга поубивали, и фугасами стреляют. Вот это та самая команда, от которой пердак горит просто на уровне. И один ИЛ-7-90, единственный танк, который доехал и проехал на нашу базу, сейчас вырезает все остатки, при этом остается целым. И, по-моему, сейчас это 95 этот ИЛ-7-90 доберет из защитника. Тем не менее, у нас тут на пути появляется вражеская Т-95. И последний взгляд ее был какой-то очень-очень опасный. Она так смотрела к нам в душу, как будто сейчас пропишет свою альфу. Но, тем не менее, чудом, последним снарядом, не голдовым снарядом, сейчас наш герой на полностью под калибрах будет работать, ему удалось все-таки добить Т-95. Ну что ж, повезло, будем считать. Тем временем, как я и говорил, ИЛ-7-90 не без помощи, конечно, других союзников своих, вырезает Т-95 из защитника, и вообще этот позорный левый фланг, который был у нас просто напичкан союзными стволами и каким-то чудом смог слиться об одного врага. Изначально это был объект 430, но потом уже просто прикатили другие, не смог ни продавить, ничего сделать, еще и друг друга там поубивали. Только этим и занимались, по-моему, в основное время, что друг друга уничтожали. Сливается все-таки этот фланг, и тот самый ИЛ-7-90, который у нас там остатки базы высвечивал, по-прежнему, кстати, фуловый. Мы ему, конечно, две пульки отвешиваем, выезжает, пересвечивает и конвей, и арту, и мы теряем двух последних союзников. И начинается самое интересное, поэтому давайте немножко информации, пока вы смотрите очень красивый финал этого боя. Спонсор сегодняшнего ролика — сайт worldofcard.ru. Это действительно очень дешевые кейсы по 29 рублей, ссылка в описании, переходите и испытывайте свою удачу. А также прямо сейчас на вашем экране появляются победители нашей ежедневной суперхалявы от Бомбилки. Вот их комментарии с игровыми никами и вот наши чеки об оплате. Эти ребята получают себе премиум танки 8 уровня или новогодние коробки. Поздравляем их, они свои подарки обязательно должны, правда, забрать в премиум магазине, они им уже начислены. А для того, чтобы в этом ролике вам на халяву получить премиум танки 8 уровня или новогодние коробки, нужно просто подписаться на канал Бомбилковод, поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником. Лайк, подписка, колокольчик и комментарий с игровым ником — это очень важно. И особенно важно поставить лайк. Вот прямо сейчас прожимайте лайк. Давайте, дам буквально 10 секунд и буду рассказывать про супер халяву. Лайк. Прожали? Ну, мужики.
Вот сейчас вижу. Вот сейчас лайк прожали. Ну и подписывайтесь, колокольчик жмите, потому что дальше будет еще более крутые и загадочные сражения и еще более интересные новости от наших разработчиков, собственно, на нашем канале. И это, я думаю, повод подписаться и колокольчик включить, собственно. Ну и давайте смотреть, что же наш ТВП делает в финале, потому что здесь он остался изначально 1 против 5 танков, сейчас немножко сократил разрыв, и буквально вот в следующую минуту вас ждет самый такой эпичный, напряженный момент этого сражения. Вот сейчас СТРВС-1 имела возможность нас добить. Я не знаю, почему она это не сделала, потому что мы даже промахнулись по ней. У нее был просто 100% шанс выстрелить. А броня ТВП навряд ли бы сдержала альфы. Там у СТРВ хватает с головой, чтобы нас отправить в ангар. Поэтому здесь просто, можно сказать, повезло. Ну и финалочка сражения особенно интересная, потому что наш герой сейчас едет на базу, до захвата которой осталось буквально 23 секунды уже. И кроме того, там, скорее всего, стоит объект 704 с четырьмя фрагами уже, опытный, еще и с ником таким Диго, способен нас задигошить просто наверняка. И вот сейчас он и смотрит куда-то приблизительно в нашу сторону, выкатится, поймать момент его отвлеченности, что и делает наш герой, сбивая базу буквально на последних секундах. И это превращает сражение в еще большую жесть, в еще больший накал. Особенно вот то, что будет происходить дальше, ведь мы дали всего один выстрел по объекту 704, и тут же нам прилетело оглушение экипажа от артиллерии, которая засвечивается буквально совсем рядом с нами. Сейчас нужно пользоваться тем, что она на КД, выезжать и просто добивать ее, или хотя бы отправлять один снаряд, и сейчас нужно ехать вдогонку и догонять коричневого, иначе он нам еще кучу неприятностей сделает, что наш герой сейчас и предпринимает. А хотя нет, почему-то он решает не отправляться за ртой. Видимо, его глаза мозолит захват базы 704-м, либо он хочет так обмануть ПТ-шку. Он подумает, что мы поехали туда, куда отводит нас арта, а на самом деле мы выезжаем сбивать базу. И сейчас есть шанс это сделать. Правда, нельзя светиться, но мы тут же светимся, 704-й разворачивается, даем два снаряда и каким-то чудом просто уворачиваемся от этого выстрела, который просто обязан был отправлять нас в ангар. И смотрите, финалочку, она еще более загадочная, необъяснимая и неожиданная. Ну, а я расскажу вам про халяву, которая вас ждет сейчас всех в ангаре. У нас праздник продолжается, часть 2. Вот такая вот халявная акция вас ожидает. И не успел вступить и начаться Новый год, как вас ждет скидка на всю премиум технику 8 уровня 15%. Но 15% это не предел. На некоторые машины на протяжении на протяжении недели этой будет действовать скидка 30%. С 6 января по 10 января скидка 30% будет действовать на 4 машины. И это 112-й ЛАВЭшник, Т-34 и AMX М4 МЛЕ-49. Вот такая вот у вас в ангаре ждет прямо халява. Кроме того, это будет действовать во внутриигровом магазине за золото. Вы сможете купить со скидкой. То есть, если вы благодаря новогодним коробкам нафармили себе там голдишца, то самое время сейчас, например, купить 112-го за 7350 голды. По-моему, это очень выгодно. Хотя предложение прошлой недели на Rivalryze было вообще колоссально. Там 5040 голды. Ну и 112-й, как мне кажется, по имбове, чем Rivalryze, все-таки будет. Ну и можно и Леву, и Т-34 купить, а это самые крутые, самые дорогие прям танки в нашей игре, и там скидка наиболее ощутима. Ну а с вами был сегодня ваш Бомбилка. Итоги этой схватки, этой зарубы перед вами, согласитесь, сражение очень необычное. Всем желаю удачи, ставьте лайки, пока-пока.